Эй! Здрасте. Что с тобой? Чего? Кажется, я дышать не могу. Ее красота лишает дара речи. У меня объявление. Я влюблен. Да ты спятил, дружок. Вон она. Чувак, закатал бы ты губишки, малыш Тей-Тей. Разжигает страсть. Есть сегодня новенькие. Ну, здравствуй, милый. Здрасте. Меня зовут Тейлор. И я алкоголик. Ты же не пьешь! С ума сошел? Она считает меня алкашом. Как можно быть алкашом, если я ни разу не пил? Что со мной будет от одной рюмки? Быстрей! Быстрей! И заставляет мужчин делать глупости. Телочки ее уровня на таких, как ты, плевать хотели. Ты хороший мальчик, за таких замуж выходит, а любит плохишей. Буду плохишом. Что это с тобой? Если всю жизнь не рождаешься, значит всю жизнь умираешь. Сколько тебе лет? 18, а в душе все 50. Эй, мам! Сэр, здесь курить запрещено. Поверить не могу. Как в твоей жизни оказался такой тип? Он из тех мужиков, которые узнают, где ты живешь, и заселяются без спроса. Бобби, прокатимся? По-хорошему прошу, потуши сигарету. Запрыгивай. Гони! Осторожнее! Розарио Доусон, Ник Робинсон, Уильям Мэйси и другие. Я ей сказал, мы все алканавты. Что? Что? Тей-Тей, ты только притворяешься алканавтом. Вот попробуй меня так при ней назвать. Не вопрос, Тей-Тей. Вот скотина! Привет! Просто жесть какая-то. Она вошла в их жизнь. У тебя такие глаза, я просто тону. Переборщил, да? Сделав ее непредсказуемой. Чем больше ты чего-то хочешь, тем меньше шансов это получить. Мне кажется, нас свела вера. Вера, которая нас окрыляет или хотя бы смягчает падение. Кристалл. Режиссер Уильям Мэйси.